получили, ну, мало того, что хороший заряд бодрости, но и хорошие знания. То есть по каким-то вопросам ребенка подтянули, обратили внимание на ошибки. Разные тренеры дают возможность увидеть перспективы нашего ребенка в шахматах с разной точки зрения. Кто как видит, кто что рекомендует, кто видит, какие слабые стороны у него видит. Мне кажется, это очень полезно. Приехали с минимальным рейтингом, а ребенок повысился рейтинг вот за 2 месяца. То есть мы третий раз на сборах, порядка 300 баллов мы набрали.